Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень простая и вкусная домашняя выпечка. Я натерла три яблочка на терке. Так, все, убираю пока яблочки вот эти. Здесь у меня уже есть свежемороженая вишня. И сюда яблоки. Все, пусть пока наша начинка немножко выйдет с нее жидкость. Мы с вами пока будем готовить тесто. Здесь у меня 3 яйца. Как всегда, подробный рецепт и технология будет под видео. Взбиваем белок. С добавлением постепенно добавляем сахар. Белок с сахаром мы взбили и будем постепенно добавлять желтки. И взбиваем. Выливаем растительное масло. А сухие ингредиенты будем уже добавлять вручную. Здесь у меня мука и рыхлитель теста. Добавим ванильный сахар. Его можно было сразу добавить. Обязательно просеиваем. Духовка у нас уже включена. 180 градусов. И аккуратно вымешиваем тесто. Никуда мы с вами не торопимся. Не забывайте подписываться на мой канал. Самое главное, чтобы у нас вся мука была перемешанная. Все, наверное, муки уже нет. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой, и выкладываем нашу начинку. Вишню и яблочки. Распределяем. Добавим немного сахара, примерно столовую ложку. И сверху наше тесто распределяем. Выпекаем примерно 15-20 минут, в зависимости от вашей духовки. Распределяем наш рулетик. Видишь, чтобы... Все, и ставим в духовку. Я хочу покрыть все ягоды, поэтому немножко так внимательно, чтобы все ягоды у нас были покрыты тестом. Вот так. Все, ставим в духовку. Так, прошло у меня минут 25.
Обычно пеку 20, но я добавляю только яблоки. Сегодня я решила проэкспериментировать и добавила вишню, но вишня дала много сока, поэтому я еще подержала минутки 3. Теперь что мы должны сделать? Убираю это. Я очень люблю этот рецепт. Но повторюсь, я делала всегда с одними яблоками. Так как мы выпекаем сразу и начинку, и бисквит. Теперь нам надо перевернуть и свернуть наш рулет. Так, готовы? Переживаю. Я вам заговариваю язык, а сама переживаю. Нам надо это сделать как-то аккуратно. Давайте, может, я возьму досочку. Так, я, конечно, перевернула, но переживаю, что у нас тут. Вишня, видите, дала много сока, но я думаю, будет вкусно. Теперь сворачиваем наш рулет и охлаждаем. Горячий же нельзя пробовать, вы же знаете. У нас получается, что уже мы рулет выпекли вместе с начинкой. Все, вот такая красота у нас вышла, вам видно? Посмотрите, какой рулетик. Давайте я немножко отрежу. Пробовать я его буду уже через... Он должен полностью охладиться и полежать немножко. Посмотрите, какая это красота. Идет и начинка, и бисквит. Не забывайте подписываться на мой канал. Все, я заворачиваю. Пока он не остынет, я в пленку его не буду заворачивать. Он должен полежать вот так в бумаге. Всем спасибо за поддержку. Наш великолепный рулет готов. Так хочется попробовать, но он очень горячий. Посмотрите, какой он сочный, но очень горячий. Всем пока и до новых встреч.